с икрой. Сейчас у меня будет смердеть вся квартира, я все в шкафу будет смердеть, но зато я вкусно поем. Не видел, как моего выглядит, вот так она выглядит, вся красивая. Кишки, головы я не отрезаю, ничего. Подсолить и все, все, никаких специй, ничего не надо. И чтобы у нас на кухне оставался порядок, берем пакет, или пакет муку. Говорю, чистоту и порядок муку. Гляньте, что за пакет. Ой, как мне это все дорого. Вот, продолжаем это безумное дело. Берем манку и в муку. 50 на 50. Сюда рыбку. Чпок, чпок. Все, осталось только переколошматить. Вот. И жарить я ее буду не на сковороде, а в духовке запекать ее всю на противень. Так может меньше и смердеть будет. Сейчас сверху пшикну маслом и в духовку на минут 20. Всем приятного аппетита!